Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с документальным подтверждением расходов в целях исчисления налоговой базы по НДФЛ по операциям с ценными бумагами. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы и видите. Рассматривая этот вопрос, Минфин указывает на то, что при исчислении налоговой базы по операциям с ценными бумагами в целях НДФЛ налогоплательщик представляет налоговому агенту документы, подтверждающие расходы. При этом соответствующие документы могут быть представлены налоговому агенту в оригиналах либо в надлежащим образом заверенных копиях. Соответствующие документы будут храниться у налогового агента в течение 5 лет. Далее Минфин указывает на то, что в том случае, если предоставляются копии документов, то они должны соответствовать определенным стандартам, а именно двум ГОСТам, реквизит которого вы и видите. Наконец, Минфин указывает на то, что в том случае, если налоговый агент требует от физического лица оригиналы документов, которые подтверждают расходы, либо нотариально заверенные копии, то это противоречит налоговому законодательству. Таким образом, как налогоплательщикам, так и налоговым агентам необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.